Люблю красный цвет. Смотрите, вообще, сколько она стоит? 280. Ну, сейчас уже лето заканчивается, поэтому не буду брать. А так ничего. Индера. Ну, значит, это скидки тут есть. Давайте. Кофточка. Ну, красивый цвет. 400. 400. Ну, в принципе, можно примерить на осень, на раннюю осень. С брючками можно одевать. Смотрю себе рубашку. Смотрите, 600 лир. Ну, обычный ХБ, да? Больше материала сюда ушло, еще 100% хлопок. Но все равно 600. Посмотрим дальше. Брючки. Вот они, такие брючки. А сколько они стоят? Тоже 700. Так, мне понравилась вот эта вот кофта, да, из сатин, то есть хлопок. Ну, стоит он вообще, сейчас скажу, сколько он стоит. Цена 450 лир, простой хлопок, 450 лир. Так, это кофта 400. Вот. А это 360. Смотрите, здесь разные футболки. Цены тоже разные. Вот это вот стоит, сейчас скажу я вам, 200 лир. Хотя написано, смотрите, что здесь написано 199, а тут есть по 250. И 199. Вот такие есть футболки блестящие. Вот еще футболка. Кстати, вот это вот стоит 250. Давайте мы его посмотрим. Вот такой. Вот, вот эта футболка. 250. Вот тут юбочки. Так, цены 700, видите, 700, такая юбка, вот, ну как плащевка, да, очень удобная, кстати, я брала черного цвета, долго носила черный цвет, так как я, ну, работа этого требовала. Тут такой цвет. Мягкий такой материал. Очень даже удобно. Комфортно для меня. Но уж подорожало. 700 лир. Тут разные юбки есть, смотрите.
Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости канала и мои ученики. Привет из Турции, из Анкары. Ну, прогулялась здесь по Кызылай. Тут есть такой массив. И зашла в Локанта, называется. Вот. Заказала себе вот такую еду. Ну, правда, это суп мясной, рис, салат и йогурт. Вот. Ну, как кефир, да? Я сейчас вам покажу, что я заказала и сколько это все стоит. И вместе со мной сегодня погуляем. Это блюдо называется чубан кабурма. Ну, здесь мясо. Скорее всего, это жарится. И вот такой суп получается. А это йогурт. А это рис. И салат. Салат. И вот это вот у нас томатные, как бы, давайте будем говорить томат. Я название просто забываю, не знаю. Вот здесь лимон. Видите, он обернутый. И вот. Я мясо вообще-то люблю. Приятного аппетита мне. А это вот такая луканка. Вот. Такие пальмы здесь. Вот такой вот. А, вот я спросила. Аджилы эзма. Вот это называется. Аджилы эзма. А у меня суп мясной. Я уже ем. Очень вкусный. И мясо такое, знаете, мягкое прям. Салат. Вот он. С лимоном, с, в общем, лук, капуста, морковь, это и это. Приятного аппетита. Не знаю, как это я все съем, не знаю. Но вот я заказала, мне принесли все это. Вот эти вот турецкие блюда мне сказали, но я не могу это все вспомнить. Видите, вот это с мясом. Это тоже с мясом. Вот это вот все с мясом. Вот это вот голубцы. А это фасоль, зеленая фасоль. То голубцы. А это тандер кабаб. Фасоля. И рис двух видов. Это обычный рис и еще очень вкусно и недорого. Вот то, что я вам сейчас показала, да, и все, вот это вот мне обошлось. Вот такое вот место. Это здание я в одном из видео показывала вам. Это Туркия Ишбанкас, старое здание, смотрите. Старое здание. Памятник Ататюрку. Это Улус. Мы уже здесь были. А теперь вот с другой улицы иду я.